И всем здорово, пацаны, у микрофона, как всегда, Rush, ребята, вы просили, вы ждали, и сегодня мы снимаем со скиллом, и сегодня со мной скилл, здравствуйте, Санчо. Да, ребятки, вы показали лютый актив, очень-очень лютый актив, мы записываем вторую часть по киберспортивным фишкам. Фишки от киберспортсменов, а именно от скилла, ребятки, мы в прошлый раз разобрали Sandstone, разобрали зону 9, а сегодня мы оставили для вас карту Rust и карту провинции. Сегодня скилл, сегодня скилл нас научит быть киберспортсменом. Спортсменами, ребятки, поэтому лайк, ролик смотрим до конца, учимся, запоминаем и... Да, подписывайтесь на каналчик Дэна и на мой канал. Ну а итоги прошлого конкурса уже у тебя на экране. Поздравляю победителя, он смотрел мой ролик от начала до конца практически 7 часов, ребята. Я напоминаю, что если вы чаще пересматриваете мои ролики, у вас больше шансов победить. Сегодня я хочу разыграть для вас 3 ножа M9 Bayonet Dragon Glass. Самые дорогие ножи перед Кергольдом, между прочим. Поэтому обязательно участвуйте. Для участия тебе нужно всего лишь досмотреть этот ролик от начала до конца без перемоток. Это очень важно. Также подписаться на мой канал обязательно с колокольчиком, чтобы не пропустить новые классные ролики. Влепить этому ролику свой царский лайк и оставить комментарий с твоим ID в Standoff 2, ребята. Ну а если вы поделитесь этим роликом в любой социальной сети со своими друзьями, или же будете смотреть этот ролик от начала до конца, ну там, не знаю, много раз, 2, 3, 4, 10, 60, 158, если вас хватит, ну ладно, то ваши шансы увеличатся вдвое, а то и втрое, ну, короче, во много раз. Всем желаю приятного аппетита и приятного просмотра. Пацаны, залетаем на GG Standoff, ведь здесь вышло новое обновление. Это первый сайт, в котором добавили обновленные кейсы и новые скины с 0.14.0. Кстати, в честь обновления появился новый раздел с кейсами со скидкой 50%. Также по просьбам игроков, наконец, ввели новые способы авторизации. Сразу залетаем на бесплатный барабан бонусов и крутим его. А по моему промокоду ты сможешь крутить барабан еще раз. Давайте откроем пару кейсов из новой коллекции и посмотрим, что нам выпадет. Оп, и залетает неплохой окуп. Во вкладке бонусы ты найдешь огромное количество халявы. Ну и по моему промокоду ты получишь плюс 35% к пополнению. Все ссылки и промокоды в описании. Ну шо, Сань, погнали! На Растик. Думаю, с Растика начнем, нормально будет. Нормально, да. Согласен. Ага, да, а чё нет? Ну что, у нас сейчас будем рассказывать фишечки на Расте. Да, всякие. Вот в прошлый раз, знаешь, типа, ребяткам реально понравился. Ролик собрал лютейший актив, там 25 косарей лайков было, 200 косарей просмотров, ну ты понимаешь, типа, братья. Ну это да, хороший активчик. Показали, парни. Заходим с тобой за Т. За... Ты зайдешь в КТ. Я покажу сегодня на Расте несколько раскидиков, как обычно. Годненькие позиции. Получается, давай, ты мне сразу покажи, куда мне сейчас бежать, чтобы разминка закончилась. Ты беги на плент. Сейчас я к тебе прибегу. На какой плент? На А, на А. Угу. Ну, мы, кстати, за разминку хоть что-то уже успеем показать, я тебе скажу. Да, да, пару, вот как раз пару поешечек покажу. Смотри, вот ты вот сейчас сам даже вот сейчас запрыгнул на эту штучку. То есть ты по таймингам бежал и запрыгнул. Сейчас я тебе покажу таймингового хае, который взрывается прямо сюда на типа, который здесь. Также я покажу тебе хаешку, которая взрывается на 9, если здесь... Смотри, если здесь чел стоит, ну, то есть контролит, то можно оттуда закинуть хаешку прямо на него. Ну, давай. Вот давай. Эти вот хаешки я вам сегодня покажу. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. Давай, ну, ты можешь сейчас прям показать эту хаешку. Я сейчас стою здесь, и ты меня должен сейчас с хае, ну, нормально. Вот так, а ты где сейчас стоишь? Вот на девятке, где тебе первый раз, где эти да, да, раз да, первый раз. На ящике, да. Ну, все. Где ты бежал, да? Смотри. Да. Так, откуда летит хаешка? Где будет лететь? Ну, перелетела? Она перелетела, я тебе скажу так. Она даже перелетела, хорошо. Она вот сюда. Смотри, просто суть этой хаешки, это даже лучше, потому что суть этой хаешки в том, что на про уровне игроки обычно бегут через сюда и запрыгивают на этот контейнер от перила. То есть смотри, они бегут вот сюда и запрыгивают на ящик. Так, ну-ка, окей, хорошо, мы сейчас, но, короче... Можно вот так вот словить на тайминге. Давай мы сейчас, давай сейчас, смотри, разминка закончится, братик, и мы с тобой как раз проверим эти тайминги. Решение обжалованию не подлежит! Да, бро, мы это все проверим, и ты как раз побежишь, а я кину ту хаешку. Да, все. Пацаны, мы вернемся, как только закончится разминочка. Так, все, давай, братик, смотри, я хае закупил, короче, тоже на всякий случай. Сейчас бегу к тебе навстречу. Я бегу, как вот ты говорил, как проигроки бегут. Давай, поехали, прокидывай меня сейчас. Пам-пам-пам, мы жарим картошку. Бежим, ребятки, бежим. Сейчас прилететь должна хае жесткая какая-то от скилла, блин. Оп, запрыги. О, ну, да, попала. Но она попала, короче, но она снесла недостаточно много, короче. 44 осталось. Ну-ка, айда. 44 осталось, то есть я пол хп снесло. Так, я без брони просто. Ну, смотри. Обычно закидываются сюда несколько хаешек, то есть сразу же. Я понял. Ну ладно, пойдем. Пойдем показывай. Пойдем покажу, бро. Давай.
и вот отсюда броки давят. Смотри, у тебя тут есть, ну, условно, вот ты отсюда начинаешь, у тебя есть вот этот угол здания, видишь, да, его? Угу. Ты берешь чуть выше него, ну, чуть-чуть выше него, просто там, на прицел 3 своих, 2. Так, раз, два, далее... три. Ага. Так, вот, смотри, далее ты бежишь, и когда ты на краю, ты в это время подпрыгиваешь и кидаешь. Так, понял. Стой, ну-ка. Пока не кидай, давай я проверю, у тебя долетит, не долетит. Вот сейчас можешь начинать. Давай, я попробую кидать. Сейчас. Я такой, да. Пацаны, бегу, смотрю, на прицела 2-3, оп. И... минус 50 хп. Отлично, получилось, получилось? Да, брат. Получилось, получилось. Все, давай, братик, да. Убей меня, сейчас я, короче, закуплю еще раз хае. Все, я зашел за Т, хаешку купил. Все, погнали, побежали. Бежим, пацаны. Внимание, тайминги, ровные тайминги, бежим. Подпрыгиваем на краю и... есть, был. Это было жесткое попадание, посмотри. Было? Ну, да, было. Сколько хп? 25 снес. Ну, там надо было чуть-чуть левее, но ты в меня все равно попал. Я бежал по таймингам, я же даже не успел запрыгнуть, но все равно попал. Так что если ты... так, а где взрыв? Такие... А где взрыв был? Взрыв был вот здесь, вот где я стоял. Понял, так, давай еще раз попробуем. Чтобы просто потренить. Ну, суть-то в любом случае там, что она залетает. Нужно чуть проверить. Да, ты сразу закупи тоже хаешку, чтобы вторую сейчас показать, где ты говорил, что да, пикающего челика. Так, бежим, пацаны. Опять по таймингам. На счет 3 достаем хае, добегаем и оба прыгаем и даем хае. Попадания не было, потому что я не успел запрыгнуть, но она была, смотри где. Так, иду, посмотри. Нет, все правильно, я думаю, еще раз смысла кидать не надо, потому что все правильно. Да, я понял. Просто смотри, она взорвалась вот прямо здесь, представляешь? Ну это жестко, братик, это жестко. Даже слушай, если бы здесь чел стоял, который, знаешь, в сайте тут мог тебя чекать, все, его будет накосло. Так, пацаны, вторая хаешечка. Погнали, я иду на девятку. Так, ну ты давай сейчас. На девятку, я сразу на хаешечку побегу. Да, хорошо, так, пацаны, представим. Но, опять же, обратная ситуация. Я сейчас за КТ, я играю в за КТ и пикаю, получается, дом с девяточки. Так, вот сюда идем. Все верно. Так, ты готов? Да, я уже на месте. Красавчик. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Ой-ой-ой, 25 хп оставил. Молодой. Ну, слушай, она прям, знаешь, она так сейчас удачливо упала у тебя. Короче, она отбилась прям об самый край и чпокнула меня. Так, пойдем показывай. Да, пойдем. Сейчас я тебя натренирую, как ее кидать, а она кидается очень просто. Давай, смотри, бро. Ты встаешь все на тот же танцпол, только уже вот сюда. Ты встаешь вот в этот край до упора. У тебя тут пересечение встанет. Смотри, у тебя пересечение вот той крыши, видишь, вот этого угла. Ты как бы просто на угол целишь. Вот этой крыши. Чуть левее просто. Ну-ка, вали туда. Вали туда, молодой. Не, ты кинь сначала просто. У тебя есть смок, условно? Смока нету, только хаеш. Ну ладно, давай, хаеш. Вот левее, да, беру? Да, левее берешь, и вот где-то вот здесь уже просто в прыжке кидаешь. А, все, понял. Чуть-чуть пробежал в прыжке. Давай, я тебе скажу, когда. Уже кинул. Ты попал? Да. Отлично. Ну-ка, давай, иди сюда, молодой. Переходим к следующей. Не-не-не-не-не, давай. Нет? Теперь ты сейчас беги туда, на девяточку, я хочу. Давай. Теперь продемонстрировать, хочу посмотреть, сколько у тебя хп снимет. Лично у меня без брони 25 сняло. Угу, давай, бро. Так, бро, я добежал. Вот, 1.50, мы, пацаны, берем и вот так, хурак, есть? Не долетело, так, ладно, пацаны, сейчас. Я могу тебе обратно даже, наверное, ее кинуть. А, ну-ка, давай. Блин, куда упала? Подожди, ты сейчас кинул, она где-то... Вот сейчас, смотри. Ну сейчас сюда, вот мое место, флешка как раз упала. Ой, да. Смог неправильно кинуть. Ну, в общем, да, можно ее наоборот попробовать. Ну я, короче, понял, братик. Главное, что она в первый раз сработала, и все, это прекрасно. Гениально. Отлично. Ты сколько, говорил, еще раз хп тебе там оставила? У меня было сколько? У тебя минус 85, да, снесла вот эта хаешка? 75, да, минус 75. Да, смотри. Ну, в общем, еще раз подписчикам объясняем, что нужно вставать сюда, и где-то вот на таком тайминге уже прыгать. И стрелять вот сюда туда, примерно. Вот, ребятки, левее от края крыши. Так, ладно, да. Давай, Сань, что еще расскажешь нам интересного? Ну что, ребятки, давайте мы переходим к следующей фишке. Следующая фишечка у нас будет тоже хаешечка. Тоже сегодня хаешки вам расскажу. Она кидается очень просто. Сюда вот можно встать. И обычно игрок, который на апунту опорник, он может вставать. Иди сюда, бро. Да иду. Смотри, он обычно стоит здесь, да? Угу. И тут можно безопасно, то есть не пикая бокс, вот так вот, не открываясь под бокс, чтобы кинуть как-то хаешку. Потому что, ну, ты меня можешь убить. Иди ко мне на эту позицию. Угу. Так, смотри, иду. Так, вставай сюда. Я еще посмотри. И ты целишься, получается, у тебя
вот это вот угол кирпича, то есть кирпичной стены, ты на него целишься и вот так вот кидаешь. Да, вот сюда, и кидаешь хаешку. Понял, но у меня хаешки сейчас нету, стой, давай еще. Ну что, затестим? Ой-ой-ой, на нож посадил. Да, скилла на нож посадил, пацаны, ну, плевое дело, типа, всегда так происходит уже, последнее. Это просто Саня меня киберспорта научил. Кстати говоря, между прочим, после тренировок с тобой я выиграл Велю 10-5, хотя ему в прошлый раз проиграл, и выиграл, ну, проиграл, причем с нормальным таким счетом, 8-4 или 8-5 проиграл, а и выиграл Шевруса, которому вообще когда-то проиграл 8-1, понимаешь? Угу. Вот, когда ты научил там всякие, вот, типа, фармить, ну, слушай, бабки, к примеру. У тебя скилл прокачался, слушай. Скилл от скилла прокачался? Да. Так, ну все, братик, я на месте, ты на месте? Садись. Да, брат, я здесь, готов? Готов. Садись. Херак? Ну, есть? Ну, сколько? Сколько? Да, минус 80. Минус 8? А ты без брони? Ну что, полетели? Да, полетели, да, минус 80. Полетели сразу же. Покажу вам парочку прострелов, парочку подсадов. Давай. Давай, братик, смотри. А, во-первых, начнем с того, что у нас есть дефолтный подсад на электрик вот здесь, да? Ну, я думаю, державик. Ну, это понятно, типа, да. Да, я... это все понятно. Державик сразу, смотри. Также подсад на левую дверь. И есть подсад, он очень нечитаемый, потому что обычно его не делают. Именно на правую. Потому что, смотри, вот сделай подсад. Обычно, то есть, вот так вот ты смотришь, да, парни, которые выпрыгивают сюда, они обычно чекают либо вот тут, ну, либо лево, а справа очень трудно, то есть, ну, как бы, мы всегда вязали этот подсад, то есть, очень, как бы, трудно заметить. Ну что, пойдем с тобой еще один подсад, друзья, ну, это такая фишечка, то, что можно именно там сделать подсад. Следующий подсад у нас, получается, на B-плинту, он здесь, отсюда видно девятку, то есть, на, так, иди ко мне. Так, я на месте. Залазь на меня, ага. Смотри. Стой, не прыгай. Да. Блин, через тебя почему-то прокидывают. Так, ты там можешь увидеть 9. Ну, в прыжке только, если да. А так плохо видно. Но я вижу, типа, но ну, вряд ли я смогу убить так. Ну, просто я вот убивал. Ну, дай мне авик. На, авика, вот я. Не, брат, смотри, тут нормально вход видно, типа, вот целую девятку. Ну, половинку видно, половинку только видно. Да, ну, типа, типы, которые пикают, они все равно будут. А это будет видно башку, типа, да? Да, все видно, человека полностью видно в этом простреле. Поэтому можно завязать. Угу, там без прыжка, Дэн, без прыжка. Там я понял. Но я просто показываю, что, типа, да, вот. Поэтому ну, да. Юзайте, ребятки. Следующий еще подсадик покажу и про стрельчики. Так, куда идем? Давай, еще на Б-план пойдем. Подсадочку нечитаемую покажу. Имбищу с этим. Угу, давай. Я на Б. Давай, пойдем на Б. Ладно. Смотри, условно, мы с тобой играем за КТ, да. Угу. Мы с тобой опорники Б-планта. Если это обычно частые выходы под Б, ну как типа пикают? Типа, они пикают Б-план вот так вот выходя. Угу, ну, угу. Чекай вот такой вот дефолт. Но они могут не заметить вот эту позицию. Давай, вставай на меня. Эту деревяшечку можно запрыгнуть. О, отлично. Ага. О, нифига. У тебя на самом деле очень плохо видно. То есть, с учетом новых моделек на расе, тебя очень плохо видно. Особенно, когда человек уходит. А ну, подожди, пикани, молодой. Ну, я бы типа пикал, вот смотри, я распикаю плент. Давай, выходи. Я бы вот так вот вышел. Ну, то есть, я бы тебя не сразу... Пау. Просто два попадания. С новыми модельками это вообще имба. А если кинуть One Way Smoke какой-то, они будут из него выходить. Можно вот так вот завязать. Ну, что, братик, пойдем покажу парочку дефолтных прострелов, которые, ну, думаю, многие знают, но все равно забывают юзать их. Так, все, я беру, братик, гранаты беру. Так, ну что, Рашик, беги на Б, я тебя жду. Окей. Окей, мы просто играем в жизнь. Часто не понимаю. Так, я на Б, братик, давай, что делать? Смотри, возьми координации. Давай. Встань в этот угол и посмотри на лестницу. А, я знаю этот прострел, мы его в лайфхаке проверяли, да. Так что, ребят, этот прострел работает, я думаю... Прикол в том, что почему-то с этой стороны модельку не видно. Ты просто стреляешь, типа стрейфы остаются, но модельку человека не видно. Мы его проверили уже, этот прострел в лайфхаке, когда я вижу. Это очень жесткий прострел, на самом деле. Да, это такой, да. Имбовый прострел, так что вязайте, ребят. Вот, ну что, братик, катим на провинцию? Да, поехали на пробу. Давай. Так, ну что, пацаны, мы на карте провинция, и я готов. У нас, в принципе, минутка разминки, давай. Да, пока разминка, говорю, можно сразу же протестить гренки, я вам покажу гранаточки. Так. Куда бежать? Так, братик, ну что, мы с тобой бежим, получается, на... Бежим с тобой на вино. Смотри, чел, который обычно играет на лестнице, ну, то есть их очень много, ну, то есть вот здесь вот обычный человек может стоять, вот здесь вот крысить, его можно взорвать. Вот такой вот хаешек, смотри. Две хаешечки достаточно, если ты в паре, иди за мной. Давай ты попробуешь мне. Ну, давай, я покажу, да, потом я тебе покажу. Давай, стой там. Ага, есть. И минус 45 и минус 10 брони, понял? Да. Так, ну что, молодой, показывай, общем, беру хаешечку. Да, такая хаешечка у нас. Так, все, ну, давай. Ну что, смотри, братик, вот ты здесь,
Ты бежишь, ты видишь вот этот фонарик? Угу. Если ты целься вот выше него. Понял. Ой, да хорош, хорош, молодой. Ты, да. Смотри, ты бежишь, и вот тут вот в прыжке желательно кинуть, чтобы граната отскочила. Так, ну-ка, садись туда. Давай. Давай, бегу, давай, такой, инфа давай, поступает, пацаны, я такой, опа! И ты меня взорвал, минус 50 хп. Нормал, да, пацаны, неплохо, так. Вот такая вот хаешечка. Ну что, следующая хаешка у нас будет на построе, это вот здесь, смотри. Угу. Эта хаешка называется, сейчас я покажу сразу пример. А, то есть ты ее отсюда кидаешь и смотри, что она взрывает. Беги за мной, брат. Угу. Взрывает вот данную позицию, данная позиция называется крыса, угу, как угодно. Либо вот сюда, либо вот за этот ящик тоже можно закинуть. Угу, так. Там разные варианты. Ну, сейчас я покажу все. Давай, давай, показывай сразу, пока время есть. Сейчас показывай, короче, куда. Куда кидать хае. Бро, кидается данная хаешка вот так. Ты встаешь вот сюда, и там есть такой уголок крыши. Видишь его деревянный? Ну да, высокий. Чуть правее. Да, да. Подожди, да, а какой правее именно? Какой именно крыши? Прав... Вот, который, вот это. Блин. Попробуй кинуть сейчас. Нифига не видно, блин, конечно. Ну ладно, правее. Ладно. Так, оба. Да, все, минус сколько? Ты мне снес минус 70 хп, получается, и 20 брони, смотри, куда я находится. Такой, оба, позалетает, короче, на GG стендов я, и даю вот так, на моем балансе 3-0. Ты был слепой? Нет, брат. Ну ладно. Я был минус 70 хп, минус 80 почти. Ну, в принципе, тут одно попадание, получается, остается. Это реально лютая хаешка, на самом деле, потому что там всегда челы сидят. Ты можешь спокойно убивать. Угу. Пацаны, запоминайте, я лично... Ой, микрофон, бедный мой. Пацаны, запоминайте, я лично буду юзать флешки, вот эти все прокиды, короче, потому что, ну, это лютая тема, реально. Давай, шо, братик, дальше? Да, братик. Ну что, следующее у нас будет один прострел и парочку подсадиков покажу. Давай. Пойдем. Пойди вам. Так, ну что, у тебя какой? У тебя М40 как раз, смотри. А, твоя. Вот прострел, я тебе уже о нем, наверное, говорил. Иди ко мне. Иди ко мне. Не бойся. Это я помню, да. Это тут... я тебе показывал. Да, но тут смотри, надо быть прям лаки, братик. Нет, смотри, ты встаешь в этот угол и примерно целишься, ну вот, вставай вот сюда. Слушай, а тут щель-то есть, видно ее. Да. Вот попробуй сейчас стрельни туда. Подожди, я сейчас попробую. Вот, а ну-ка, во, я прям сейчас поймал точно угол. Давай, попробуй стрельнуть. Есть стрейфы? Ну-ка, стрельни еще раз. Я тебя не вижу. А встань-ка ровно под щель, которая правая. Брат, ты не туда, наверное, стреляешь. Вот сейчас... Вот, сейчас попал, видишь? Да, стой там же, сейчас, подожди. Но модельку я твою, братик, не вижу. Я вижу просто... Да, модельку там не видно. И получается, ты стоял сейчас где? Покажи сейчас. Я стоял вот около ланга, получается. Можно спокойно так убивать типов. Если еще брать правее, то есть, для, ну, в твоем случае правее, угу, то можно убить человека на полу. Вот такой у нас прострельчик, ребят. Ну ладно, хорошо, Саша, спасибо за прострел, блин. Ну давай дальше. Ты с Тобрибой, естественно, знаешь прострел, я думаю... С чем знаю? Так, иди со мной, иди ко мне. Я просто не услышал, что ты сказал. Ну, с Тобриба вот отсюда вот прострельчик, не знаешь? А, я знаю, да, он Б простреливает. Так, ну смотри, да, сейчас фишку покажу, смотри, в одном из видео... Иди ко мне. Мы играли матчмейкинг. И здесь парень, который вышел из погреба, он типа слышал меня, но он меня не видел. И при этом я сделал вот так вот. То есть, смотри, я просто запрыгнул и убил его. То есть, вместо того, чтобы сюда прыгать, пока он, ну, то есть, меня увидит, все дела и убьет, можно прыгнуть назад. Угу. И убить. Вот, запоминайте, пацаны. Да, кстати, пацаны, тайминги, они вообще так, это дело такое тонкое. Оп. Ты смотри, ты прям прыгаешь, да, и убиваешь. Там очень трудно на самом деле именно словить. А когда ты запрыгаешь вперед, то тогда тебя намного легче убить, чем когда ты сзади запрыгиваешь. Понял, да. Неплохо. Брат, теперь смотри, бери смок. Нам нужен смок. Иди ко мне на апленд. Угу. Опять кидает свои хаешки. Флешка была случайная, я хотел хаешки. Пойдем, бро. Смотри, кидай вот сюда вот смог, просто положи его вот сюда. Положи сюда смог, чуть подальше. Ну ладно, чуть подальше надо его, конечно. Я думаю, суть поймешь. Давай, вставай на меня. И ты можешь спокойно убивать типов, которые на лонгу. А они меня не видят, да? Они тебя не видят, ты типа сверху. Ну никто же вверх смоками чекает. Подожди, ты сейчас серьезно, что ли? Да. Офигеть. Я так очень много на турнирах убил. Не, это жестко, пацаны. Ну-ка, блин, там же подсадку надо. На третьего нет, да, но, да. Пацаны, запоминайте. Вот это я тоже буду юзать, тем более мы будем в команде играть с пацанами. Да, типа, просто мы там условно мем с тобой пошли, я тебе. Да. Ну лучше я тебе вообще на самом
Грузии. Полетели, я думаю, все, тестить можно. Да, да. Вам понравится такой One Way. Да, это жестко, это очень жестко. Давай дальше, что еще есть у тебя? Давай дальше, бро. Ну что, смотри. Я хотел тебе показать флешку, так, бро. Смотри, вот из этой же позиции можно кинуть вот такую флешку. Я флешку не купил. Так, ну моментально. Ну там условно. Целись вот на этот угол, можно кинуть вот такую вот флешку, отвернуться и быстро пикнуть план. То есть чуть-чуть нужно. Ага, я понял. Так, я тут. Давай, сейчас я тебя... Подожди, я понял. Так, скидаю отсюда, с этой позиции, вот туда, в угол. Так, да, я тебя убью. Оба. Пам. Давай поменяемся. Давай поменяемся сторонами, я тебе побегу, а ты кидаешь флешку, пытаешься меня убить, да? Да, давай. Пам. Вот эти киберспортивные флешки вообще, которые реально могут спасти катку, это вообще я люблю, Саня. Ты меня постоянно ими именно удивляешь. Давай. Отворачиваемся. И есть. Есть, нет, контакт? Не было. Не было контакта. А я... Надо выждать на слух. А, все, пацаны, все, я понял. Все, ну-ка, я попробую еще раз кинуть. Не, давай сейчас будет братик мув. Сейчас будет мув, отвечаю. Давай, погнали, готов? Давай, бро. Давай, пацаны, мы сейчас идем, крысим, занимаем позицию и слушаем лонг. Ну все, вот, я на лонгу, да? Ты меня услышал, наверное. Я пострелял, все, ютуб. Я белый, вот сейчас годно. И забираем. Вот эти киберспортивные флешки так могут облегчить вам реально жизнь, ребятки, и отдать вам просто раунд, ну типа круто. Все верно, бро. Я считаю, что это круто. Ну что, скилл? Ну что, давай подсадочки? Давай. Пару подсадочек ребяткам. Ну, ребятки, если вы наберете еще больше лайков, давайте наберем, не знаю, сколько, 25 тысяч один лайк вот под этим роликом, ребятки. И тогда мы со скиллом вот просто разберем самые, наверное, актуальные. Есть что-нибудь такое, что ты вот боишься раскрывать, Саня? Типа не хочешь раскрывать? Ну, я думаю, я раскрою пару фишек. Если ребятки подпишутся на мой каналчик. Да. Ссылочка в описании, пацаны, на скиллчик, тоже, пожалуйста, подпишись. Ну, я думаю, все мои подписчики 100% на тебя подписаны. Ладно, давай, пару подсадочек. Ну, смотри, у нас есть дефолтная подсадочка на вот это перило, да? Основная дефолтная абсолютно. Ее уже все чекают, то есть вот здесь. То есть, смотри, у нас помимо нее можно встать вот сюда. Я вот упал. Давай. Можно встать по этот угол, и он менее читаемый. А, там еще, кстати, отсюда, да. Видно и этот, вот это вот, ну хрень, вот эту лестницу, чтоб ты понимал, да. Ну шо, пацаны, если вам понравился этот ролик, обязательно влепите на него свой царский лайк. Скилл, ты где, блин? Я тебя сейчас киберспортивной гранатой Давай, опять свои киберспортивные гранаты. Это киберспорт. А ну-ка, иди на вино, молодой, иди на вино. Давай, сейчас все, закрепляем. Ты крестишь, да, Гена? Нет, ты где? Я выиграл, Вот это, пацаны, вот это киберспорт, пацаны, потому что я сейчас выиграл. Дуэль только на... А, я выиграл. Ну все. Ну что, ребятки, будем прощаться с вами. Да, надеюсь, вам этот ролик понравился, ребятки. Если так, обязательно влепите свой царский лайк и подпишитесь на мой канал, подпишитесь на канал Сани, ссылочка в описании. Все, обязательно с колокольчиком, как бы, чтобы новые классные ролики не пропускать. А у микрофона, как всегда, был Rush. Сегодня со мной был Скилл. Всем удачи, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока-пока, ребятки.